Привет, зритель! Ты, наверное, уже смотрел то видео, а если еще не смотрел, то глянь. Я делала обзор своего заказа первого с сайта производителя российского БАДов, витаминов и спортивного питания под названием GLS Pharmaceutical. И вот это видео будет посвящено гинкобилоба плюс готукола. Тут 60 капсул. По 2 капсулы нужно принимать в день. То бишь 2 раза в день по капсуле. Ну, допустим, утром и в обед. Во время еды. Это продуктивность, память и здоровые сосуды. Мне как раз сейчас не хватает периодически этой самой продуктивности. Вот такие капсулы. Желатиновая капсула и составляющие. Состав нормальный. И я сегодня собираюсь ее на себе протестировать. Ну и поделиться с тобой мнением в видео. Так что, пожалуйста, досмотри до конца. Кстати, если хочешь купить гинкобилоба плюс готукола, либо какие-то другие БАДы, витамины или даже спортивное питание от этой фирмы, то можешь воспользоваться моей ссылочкой на скидочку 25% на любой заказ. Многоразовой ссылочкой на скидочку. Либо же ссылочкой на скидочку, если хочешь купить это не на самом сайте, а на Озон. Там тоже, кстати, можно купить эти БАДы. Ну что, зритель, спустя несколько дней могу сказать свое мнение объективное. Я, правда, сегодня пока только еще одну капсулу ела. Вот если я монтирую видео, и в какой-то момент у меня мозг уже не воспринимается, не воспринимает информацию, то... мне чего-то надо. А вот с этой штукой у меня просто каждый месяц стабильно, как только доходит до монтажа, обзора ухода и парфюма, или какого-нибудь длинного мунбанга, или бета последняя, после бета от Никитоса, перед релизом манги. Я даже на самом простом слове долго-долго торможу. Здесь вот такого ощущения нету после гинкобилоба и готукола. Вообще интересно такое ощущение. Вот знаете, когда вы выспались, хорошенько отдохнули, вас никто не напрягает, и вы можете работать нормально. Если вы работаете мозгом, там, чтение или еще что-то, какая-то информация, переработка мозгом информации. Вот именно то самое состояние. А когда погода фиговая, и при этом хоть что ни делай, все равно не помогает, то все равно тормозишь. И вот здесь погода фиговая, не особо так бы уже как бы и выспался, не особо так как бы и отдохнул, но оно помогает концентрироваться как-то. Я вот так не ожидала такого эффекта, тем более вот практически с первого применения, реально вот так. Я еще сижу так, читаю, соображаю, думаю, что же я не торможу? А я не торможу. Вот если у вас проблемы также со сосредотачиванием на каком-то умственном деле, просто вы уставшие постоянно, какой-то стресс или еще что-то. Вот гинкобилоба, готукола. GLS – ваша находка, я считаю. Ну и да, если хотите вдруг купить именно вот это или что-то иное, то ссылочка на скидку 25% и QR-код будет на экране. Вот, допустим, здесь, над ладошкой. И ссылочка также в инфобоксе. Мне так очень понравилось. 2 капсулы в день. Продуктивность действительно есть, память хорошая улучшается и здоровые сосуды. Ну, сосуды я не проверяла, но продуктивность действительно есть. И если вы плохую погоду тормозите или у вас стресс, и вы, соответственно, тоже можете что-то забыть, или наоборот, по жаре. Вот у нас наоборот как-то все дождик, 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 очень парка, дождик, очень парка. Надеюсь, завтра будет хорошая погода, я уеду в деревню. Вот. Тут на целый месяц 60 капсул, по 2 в день, как раз 30 дней выходит. Мне понравилось. И вам советую. Всем пока!